Если ты истинно верующий мусульманин, то им обязательно нужно сделать обряд, который называется никах. Чтобы сделать такой обряд, христианка должна обязательно принять религию ислам. Вот. Так что так, если вы хотите вот действительно с именем Господа... Это сколько человек меня смотрит сейчас? Чё так мало? Где остальные люди? Все, обиделись, сбежали на меня. Типа то, что я не лежу в заднице. Не люблю лизать кому-то задницу вообще, реально. Поэтому я и без парня. У меня почему-то на новом телефоне какая-то фигня. Я купила себе сим-карту, положила туда косарь, а у меня на нем не работает интернет. Но зато на телефоне, который сломан, у меня хорошо работает интернет. Не представляете себе? Представьте себе, какую-то чушь я сморозила к себе. Вот. Ой. Не говори мне ничего. Не хочу петь. Нет настроения. Давайте болтать, пока я в пробке еду. Потом это удовольствие закончится. Какие вот дела. Ну, я представляю, вот мужик идет. Вообще, как он не устает идти? Он, походу, с аэропорта идет домой пешочком. Что будет делать с чего? С интернета нету. Что будет делать чего? В будущем планируешь брать тату со лба? Нет. Меня все запоминают по тату на лбу. Зачем? Это мой фирменный знак. Чтобы я со всеми с вами сравнялась, что ли? Хрен вам. Я буду выделяться. Хотите вы этого или нет? Не буду я обычной девушкой. Да вам все равно, знаете, большинство, что бы я ни сделала, все равно что-то будет не нравиться. Вы все равно там найдете... К чему докопаться? Уберу луну, начнется опять какая-то херня или еще что-то. Отвалите от меня, пожалуйста, с этим вопросом. Сейчас я вот по вашей внешности пройду, и я уверена, что я там много чего найду. Охренеете. У нее глаза, два бриллианта, три карата.
рулем, я за рулем. Я что, вот так вот должна сидеть, вот так вот и ехать? Видите, я рулю. У меня пробка, вот, видите, я въезду вообще, там, не знаю, 20 километров в час. С Домодедова каким-то хреном. Зачем я сюда приехала, я не понимаю. Old school всплакнул.